Сильные удары ногами и руками, правильные тактические решения, и соперник побежден. Дисциплина фулл-контакт не только одна из самых зрелищных в кикбоксинге, но и энергозатратная. Тренироваться надо много, особенно перед выступлением на первенстве Пермского края. Именно с этих соревнований начинается спортивная карьера для юных участников. Четыре года пахал, старался, чтобы вот здесь показать все, что умею. Для меня важен турнир тем, что если я его выиграю, я перехожу на другие соревнования, сильнее соперники, сильнее. И, конечно же, будет больше сборов из других выездов. В течение 3 соревновательных дней в Доме спорта Прикамья выступят более 300 участников, представляющих 25 команд из 10 муниципалитетов Пермского края. По итогам соревнований будет сформирован состав сборной региона на 2024 год. Как и ранее, поддержку в организации чемпионата и первенства края оказала компания «Уралкалий». Посмотрим замечательные поединки наших лучших спортсменов, как молодежи, так и взрослых. И, возможно, кто-то отберется уже на будущий чемпионат России, который также пройдет в Перми в конце ноября. Еще одно событие произошло в первый день турнира. Краевая федерация кикбоксинга заключила соглашение с учебным заведением Пермским институтом ФСИН. В учреждении особое внимание уделяют спортивной жизни. Соглашение позволит нам более широкий спектр задач выполнять совместных с федерацией кикбоксинга, проводить на нашей базе института соревнования тоже масштаба Пермского края, может быть, и России, если удастся. Но самое, наверное, важное, это мы можем расширить спектр патриотического формата мероприятий. Ну а победители и призеры краевых соревнований смогут не только войти в сборную региона, но и побороться за попадание на чемпионат России, который пройдет на Пермской земле уже через несколько недель.